Недавно меня заинтересовал вопрос, почему глаза не замерзают? Когда на улице морозно, мы спешим надеть варежки, чтобы не обморозить руки, и завязать шарф повыше, чтобы закрыть нос и щеки. Обморожение не грозит только глазам, хотя на первый взгляд это может показаться странным. Мало того, что стекловидное тело, занимающее около 2/3 объема глазного яблока, состоит из воды примерно на 99%, так еще и роговица глаз постоянно увлажнена. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Итак, давайте разберемся же в этом вопросе. В глазах отсутствуют терморецепторы, которые чувствительны к изменениям температуры окружающей среды и отправляют в мозг соответствующие сигналы. Следовательно, холода глаза не ощущают. Логично предположить, что при сильном морозе они должны превратиться в ледышки. Но этого не происходит. Почему? Спросите вы. А все дело в том, что глаза имеют надежную защиту. Во-первых, это слезная пленка. Она состоит из трех слоев – жировой ткани, слизистого и водяного. Именно водяной слой и защищает глаза от охлаждения, так как содержит не чистую воду, а соленую. Повышенная соленость в слезах позволяет им не замерзать даже при низких температурах. Во-вторых, глазное яблоко очень удобно расположено. Большая ее часть находится в углублении черепа, в глазнице. А снаружи его прикрывает веко. Наконец, в-третьих, в человеческом организме действует мощная система терморегуляции. Она приступает к работе каждый раз, когда температура окружающей среды начинает отличаться от оптимальной для человека. При морозе кровоток и кровеносные сосуды усиливаются и приносят глазам дополнительное тепло, не позволяя замерзнуть. Что касается животных, способ защиты их глаз от переохлаждения зависит от класса. Так, у млекопитающих строение органов зрения идентично человеческому, поэтому принципиально разницы в терморегуляции нет. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч на проекте «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World».